Брянской области единый день голосования. Граждане выбирают депутатов областной думы, городского совета и представительных органов муниципальных образований. Работают 33 территориальных избирательных комиссии и 1088 участковых. Порядок на брянских выборах обеспечивают 3000 полицейских и представители казачества. Голосование проходит в штатном режиме. Сообщений о нарушениях, жалоб не поступало, сообщили в брянском избиркоме. К 10 утра свои участки посетило чуть больше 6% жителей области. К полудню явка выросла почти втрое. К 12 часам на территории Брянской области явка у нас составила 17,94%. Жалоб в комиссию не поступало, поступают на горячую линию телефонные звонки. Это не жалоба, а больше разъяснительного характера. Какие-то вопросы, то есть где находится мой избирательный участок. Из прокуратуры области поступила одна жалоба. Жалобу уже мы рассматривали, это будет направлен повторный ответ. Мы отслеживаем, у нас телефон горячая линия 74-27-32. У нас постоянно сотрудники дежурят. Вот. И поэтому, если вдруг какая-то информация будет, мы вместе оперативно с избирательной комиссией нашего региона будем влиять на все происходящие процессы.